gotta take it to the next level. Gotta love the fun, but wanna stay mellow. You know me, I ain't waste no time. I bet on my team with the help of Win Line. 12 years in the game, they're a brand to trust. So head on to their side, man, you gotta go first. Здорово, народ, с вами Рома, и за мной группа CES. Что это такое? Вы посмотрите, Fight Nights, Кровки, Титан, Бей-беги. Ну что за красавцы, кто-то уже здесь забивал штрафные, я знаю. Кто-то забивал, по-моему, в прошлом сезоне. Я все помню. Вот, я помню, ты меня как-то даже обыграл в челлендже. Теперь я здесь. Я больше не соревнуюсь. Я только веду. Ты сейчас группу смерти видишь. Знаешь? Группа смерти? Конечно. Охренеть, ребят, ну группа смерти. Ну, поверьте, ребят. Поэтому можем начинать штрафные удары. Правила вы знаете. Обязательно смотрим прошлый ролик, если не посмотрели. Сегодня у нас группа С и группа Д. И начинаем мы с группы С. Погнали. Ну что, и в воротах. Как и в прошлом ролике. Алекс, ну слушай, в прошлый раз ты прям ребятам не давал забить. Ну, надо же показывать уровень, что Тудроц это чемпионы МПЛ дважды. И не зря мы занимаем это место. И как бы вот пацанам надо показать, что они... Что им не будет легко в этом челлендже, 100%. Не, ну с тобой точно не будет легко. Так что я жду тебя, кстати, не только на челлендже. Я тебя жду в матче. В матче? Удачки. Буду ждем, стараться. Ждем. Надо чуть-чуть, да, великого сычева подсадить. Алекс готов. Алекс может. Табрик на уверенном пошел первым бить. Он левша. Да. А почему? Ты не видел его гол в первом? Я видел, видел. Табриз Мирзалиев. Посмотрим на его удар. Это очень хороший момент, если бить умеешь. И не один он у мяча. Кажется, будет бить он, и он бьет, и гол! Гол! Гол забивает Табриз! Ой-ой-ой, я просто подхожу, а там уже летит, блин. Блин, ну он шикарный, шикарный, шикарный удар сразу. Шикарный, и он не видел. Да я видел все. Я все смотрю, мне же вообще делать нечего. Ой-ой-ой! Слушай, реально в порядке. Это причем не его точка, можно сказать. Это вообще не его точка, но знаешь, что бы ты ни говорил, у него ноль. Ой-ой-ой! Перекладина, штанга мимо. С 3-0 это плохой результат. Начнем с красненького. Сразу. Опа, сразу красный мяч. Вот. Бей-беги сразу. Мы, смотри, мы народная начала. Народная начала с красного мяча. Не забила, а челлендж выбил. Ой-ой-ой! Что ты переживаешь? Это, смотри. Ой-ой-ой! Слушай, ну это хорошо. Это слышно хорошо. Было? Если что, вот здесь. Ну. Слушай, ну ты прям мистер спойлер какой-то. Я мистер Пресс. Спасибо, очень интересно смотреть. Спасибо, спасибо. Опять первым ударом красный. Но если красный залетает, это сразу два. Это так приятно. Красный, кстати, неприятно. Красный забивали. Это красный неприятно. Забивали в прошлом ролике. Вау! Там все прибыло. Хорош! Все прибыло. Не, это все четко, охренеть. А победитель может отдать свое очко другой команде? Нет. Все, значит, победитель долбепши? Да мир войны. Мы можем с победителем договориться. Был! Не было. Он полностью мяч линию не пересек. А вар есть посмотреть? Я только что посмотрел. Да не, он полностью точно пересек. Сейчас посмотрим. Ну, ты можешь выбить, что нет. Можно другой ракурс. Не, он же выбил в конце. Не было. Блин, не, но это было прям реально. Ну, смотрите, вот штанги. Он что, там не было. Короче, я посмотрел. Ну, хорош. Если что, есть камера в воротах, и если там был, мы просто ее не вставим. Пацаны, что за акула у меня, блядь? Просто все без шансов бьют. Алекс уже не на сигарете, блядь. Итак, блин, а Бирюк фаворит может. Бирюк фаворит в целом, да, он прям... Он, знаешь, в прошлом году, по-моему, выиграл челлендж на что-то. What? Fight! Мне, вот в этом ролике мне безумно нравится стенка. Она прям, ну потому что... И самая высокая стенка. Ну, она не могу сказать, что самая высокая. Никто еще не додумался. Мы пытались, не получилось. Красный. А я могу лечь под стенку? Нет. Вот. А я встать еще четвертым. На наши удары это не действует, на броуков и на бей-беги. Договорились? Да, все. Договорились. И вы в следующий матч проигрываете. Договорились? Нет, на этом мы не договорились. Мы выиграем, да? Нет. Да. Ну это охренеть. Это прям хорошо. Как рукой, реально. Очень хороший удар. Не, ногой. Да? Да, он сейчас ногой пошел. Слушай, согласитесь, сильная игра. Давай красный возьмем сразу. Мы, знаешь, уфнули. Да. Но не так было опасно, насколько мы сделали уф.
хорошо. Перехитри. Хорошо. О! Гол! Забивает Ника. Ну, Ника хорош, да? Ника хорош. Что надо забивать? Всех уже все забили, я еще не расчехлил. Нужна, знаете, нужно какое-то давление, чтобы он, как будто на игре, как будто на игре. И сразу Fight Night, первая баночка. У Титана один, у вас два, Fight один, у Броков пока наказание. Егор будет недоволен. Вы что делаете? И без мат. Ой-ой-ой, вы посмотрите на него. Ты вообще как так-то? Ну его точка. Ну что, Альбах красавчик? Надо оправдывать. Надо оправдать сейчас свои амбиции. Ух ты! Алекс! Рома, ты и ты будешь говорить, что нет предвзятости к Броукам? Предвзятость, вот даже вратарь предвзят. Хорошо! Ой! Ну что, оборачиваемся. Уже официально. Броуки занимают последнее место в этом челлендже. И в конце будут крутить колесо наказания. Но, возможно, повезет. Возможно, 0 рублей. Уй-ой-ой! Сидит, бля! Хорош, бля! Ника хорош. Ника на первое место промежуточно выходит. Но это прям очень хорошая банка. Мне прям нравится. Хорош, бля! Охренеть! Хорошо, бля! Охренеть! Ой-ой-ой. Ну это хорошо. Эту попыточку оставим. Оставим. Респект. И теперь решающий момент ролика. Либо Титан, либо Бей-беги забирают баллы. Челлендж. Убери качу. Красный мяч. Три удара. Счет 4. У Бей-беги. Вот, кстати. Ух ты. Смотрите, он сразу здесь. Красный мяч. 4 у Бей-беги и 2 у Титана. Ну что, будем дарить Бей-беги очко, которое ему очень нужно? Или нет? У меня еще красный бонусный мяч. Сюрприз. И вот он, решающий момент ролика. Бирюков, красный мяч. Ребята, если сейчас Бирюк забьет и они сравняются, то мы перейдем. А, кстати, у него будет еще один удар. Но если будет одинаковое количество очков, мы перейдем на лунгшоты. Там забьешь, не забьешь. Не забьешь. Бирюк сейчас... не забьешь. Блин, забивает! Он забивает красный мяч и того. Если сейчас Бирюк забивает, то он вообще забирает челлендж. А если же не забивает, то мы переходим к лонгшотам. Охренеть. Ну, Ромарой пришел в каждом челлендже. Интрига, ребят. Ну вот, да, чего не хватало? То раньше заканчивали, блядь, в середине ролика. Вот, нормально. Нормальная тема. Бля, стенку нормально расставь. Так, ну что, мне кажется, Бей-беги, интрига нужна. Ну, мне кажется, надо заканчивать. Хорошо! Ну что, у нас получается заканчивается основная часть, мы переходим на лонгшоты до забитого мяча. Бей-беги против Титана. Финал. Сегодня у нас проиграла команда Брок Бойс. В конце мы узнаем, сколько же денег команда лишится из медийной активности. А сейчас финал, самая сладкая интрига бешеная. Погнали. Возможно, реально красный мяч для него стал удачливым. Возможно, он будет прям чересчур удачливым. Ой-яй-яй! Если Ника забивает, мы продолжаем эту пульку. Ну, Бирюк хорош. Бирюк хорош. Без спорта. Ну, Ника. Да, блядь! Да, блядь! Фарт есть. Вот так, блядь! Как вы видели? Мы продолжаем. Мы продолжаем, ребят. Разве это не топ? Разве это не заслуживает лайк? Быстренько пальцы вверх поставили, потому что, ну, это легендарная кулька. Бля, неужели хоть здесь фарт есть у нас, бля? И сейчас, представляешь, после вот такого, сейчас Ника просто, у него плюс мораль, плюс 300 к морали. Да, да, да. Да, сука, да, блядь! Хорош, блядь! Хорош, блядь! Вот все, блин! Первое очко забрали. Все, блин! Ну
Ну что за битва, а? Сумасшедшая, красные мячи. Залетали мячи, потому что один раз залетел красный, но он был задним. Но так вообще сумасшедшая, какая развязка. Гол от спины вратаря, ну все, что надо, было в этой группе. А теперь что? Наказание, Броуке! Наказание! Итак, слушайте, у нас есть наказание. Ты сейчас нажмешь на кнопочку, будешь крутить, и узнаем, сколько у вас отнимется из медийной активности. 0 рублей! Броуке как бы остаются при своем, 0 рублей отнимается. Приятно, приятно. Но ты заслужил, баночку положил, все было четко. Итого что? И титанам повезло, что так мало пропустили. Ну что, ребята, переходим к следующей группе. Ну что, группа D решающая, последняя, крайняя. Кто как любит группу, и смотрите. Матч ТВ, Бас, Тудроц, Родина Медиа. Но эти пацаны все умеют бить. Все умеют бить поворотом. А вратарь снова Була. Я вернул Булу. Вы же просили, да? Просили. Вот Була. Да, снова все я. Все здорово. Короче, Була ворота. Пацаны, главное в створ. Погнали, штрафные удары. Ну что, сегодня тоже у нас есть поддержка. Во-первых, президент. А во-вторых, делегация от Матч ТВ, как обычно, на челленджах. Очень много людей. Погнали. Ну это супер, пацаны. Конечно. Мы спасибо своих, большое. Мы своих всегда поддерживаем. 77 Карандамян, прикинься, ведущий. Где? Я ебу. И первый удар. Ой! Хорош! Там где-то да мимо сильно. А правила объяснили? Сон, забить надо. Ой-ой-ой! Что на сейв? Он прыгает? Он падает. А сегодня, получается, не приехали Карен и козлы, да? Да. Карен. Сенака. Да? Ой! Вот он первый был. Прикольно. Они в нашу пользу. Ничего. Нормально, нормально. Охренеть, не, ну это вообще не берущийся как будто. Охренеть! Неплохо. Это два. Виталий, вопрос. И это заявка. Кстати, сегодня и народная удивила, забрала. И народная? И народная. И народная команда. Я вот честно, вот с цехом Матч ТВ, блядь, стоять, это ты просто на контрасте таешь, блядь. Там словарный запас, блядь, и импровизация вообще, блядь, на другом уровне. Ой-ой-ой, а тут уже баночка. А что не вышел за игру все равно, честно? Да, блядь, что-то в форме Роми приехал, они думают, ты что, долбоёб, блядь? Я извиняюсь, если сейчас слон не забивает два, мы выиграем. Еще вторая точка и третья. Ёпт, вот сейчас у них, блядь, столько сил нет. Так, ну что, всем привет. С начала, наверное, первого сезона не было такого, что для Тудроц челлендж играл такую роль, как сегодня, поэтому я постараюсь максимально вложиться и побороться за это такое важное очко для нас. Спасибо, спасибо. Этого мало, этого мало. Ой-ой-ой, что за шкаф? Как да, делать-то? Слон, ты все сделал. Слон, давай, слон, смотри. Давай. Короче, как на тренировке, да, учили? Угу. Вот, по конспекту, смотри. Ты с центральной точки. Угу. И просто мяч вот так вот летит сюда, вот забиваешь. Давай. Давай, раз. Я верю в тебя. Все так, правильно, мы еще в прошлом сезоне тоже там с тетрадками приходили, что-то нарисовали на бутылке воды. Да? И больше всех челленджей забрали. Чего-то знаете, чего-то знаете, я все помню. Мы единственная команда, которая по итогам двух сезонов забрала больше очков на челленджах, чем в играх. Ой-ой-ой! На самом деле не парься, еще красный мяч имеется. Возможно, он уже ничего не будет значить. Да. Ну, что как сказать, он ничего не значит. Ой-ой-ой! Да, Сон, молодец, как учили, как учили. Да, вратарский угол, все правильно. Охренеть. На майке написано медиа, значит он медийный человек, да? Значит, да, они автоматом, ты да, типа думают, что вот так работает. Ну, по сути, да. А если на майке написано Матч ТВ, вы что, все там работаете? Нет. О! Слот! Что за гений? А это впервые за этот ролик красный мяч. Все, красный мяч, он просто скинул. Вторая серия, я думаю, что это точка ключевая, отсюда надо максимально забивать и забрать хотя бы два гола. Сон молодец. Сон или слон? Подпишитесь. Комментарии. Ой! Хорошо! Ай-яй-яй, плохо. Вчера в Сигрите было, там все Локомотив Кубань, вот это, который ЦСКА Москва, вся команда тусила. Тренер, а? Спалила вас? Хули там здоровый такие ход, блин, мешают, всех девок забирают. Рук у нас нету, да, как я понимаю? Были руки, нет? Дай я посмотрю вар.
Да. Ну что, вот так вот? Вот так, я же говорю, что руки были вот так. И вот так он прошел дальше. Ты разворачиваешься, ну, а нахера вот так вот разворачиваться? А типа разворачиваешься, он между прилетает. Он между прилетает, вот так попадает в руку. Давай, бля, ну это такой бред. Ну что, я принимаю на себя решение. Это бред. Он попадает в руку. Если бы ты вот так стоял, вот так бы попал, ничего. Развернулся. Зовите нахуй Карена. 11-метровый удар. Зовите Карена. Карена берем нахуй. Рома, давай домой нахуй. Если хотя бы один такой пенальти в жизни найдете в профессиональном футболе во всех лигах планеты, скиньте, пожалуйста, что вот за это вот. Вопрос. Вот так вот нельзя стоять. Вот так вот нельзя стоять. Вот так можно стоять. Какая разница, оставлять его. Я вот так вот прыгаю. Ты сейчас говоришь так, как будто вот сюда попал. Ну не штрафными, так хоть пенальти заберем свое. Но слон не так должен выиграть, конечно. Сон, я хотел сказать. Где за слон даже ничего не даем. Пацаны начали чуть подавлять. Как я решил, так оно и будет. Для этого вот я и здесь. Стенка же может вот так стоять изначально? Похуй. Сон, не забудь. Прикинь, я стенку вот так стоять. Ты бьешь? Да, разворачивайся. Вот. Нет, он чуть-чуть отставлен. Ну, даже вот так. Все, мяч, если бы не где твои площадь? Убери руки. Ну. Если не твои руки, он залетает в гол. Ну нихуя себе, если я не повернулся, он бы в меня врезался. Ну да, тогда все нормально. Нет, есть правила. У меня свои правила, нахуй. Ну вот так, с этого надо было начинать, блядь. Чего спорить с человеком, у которого свои правила, блядь. Для этого я здесь. Как хочу, блядь, так и делаю, нахуй. Я вообще не предвзят, так что мне поебать. Давай. Готов? Конечно. Это у нас решающая, последняя точка. И скоро мы узнаем победителя и проигравшего. Не, нам нужен один гол сейчас забить и молиться. Все. В принципе, план такой. Нормально. Все, нормально. А сейчас нормально. Забито. Нет, красный. Ну, сейчас смотри, реально красный мяч все решает. Забивает и на первое место. Ай-яй-яй! У вас получается наказание? Подожди, еще вроде на один. Ну, я так, все спойлер. Ладно. Я спойлер. Но если будет одинаковое количество баллов, вы перейдете на лучшее. О, кайф. Ну что, пока, кстати, все мои решения там с пенками, не с пенками, никак не влияли на ролик. Пиздец, как повлияли. Пиздец, как повлияли. Вот, но сейчас, смотри, бас забивает, слон не забивает, и опять ничто, ни на что не влияет. Ёбанатый свет. Уф. Блин, ну Серёга хорош. Это гол, это третья банка. Это заявка на победу. Как же хочу, чтобы пенки вообще нихуя мои не решили. Тогда на меня вообще не доебаться. Ай-яй-яй, сейчас бы еще и красным бы туда гвоздем бы. Родина медиа. Родина и матч точно переходят в стадию лонгшотов, где будут бороться за то, ну, кто получит наказание, кто лишится бабок из медийной активности. А сейчас слон бьет, и если же слон забивает, он может сделать куйку за первое место. У него еще красный мяч, ребят. Ну что, походу, все решится в последней серии. Волнительно, конечно, но надо справиться. Сос, ты чего? Да слон бьет. Три. Вот у Дроса сейчас есть возможность, возможно, никогда в истории Бола. Такого не будет. Бол, что такое, Бол? Догнать в таблице Матч ТВ. Вратарь такого больше не будет никогда. Пропускает этот Дрот специально? Медийные клубы объединились против всего медиафутбола и лиги? Блять, мог потащить. Блять. Красный. А какой счет-то? 3-2? 3-3? 3-3. Если слон забивает, то Дроздс догонит Матч ТВ в таблице. Если красный забьет, то... Историческое событие, конечно. Это красный, последний. Гол за 2. Ну что, получается, мы переходим на лонгшоты, и у нас будет куйка за первое и второе место. И, конечно же, у нас будет битва за наказание. Начнем с битвы за наказание. Родина медиа, Матч ТВ, лонгшоты. Вот это да! Long shot. Ну, дословно воспринял человек. А вот и все! А вот и все! Матч ТВ! Поздравляю, ребят! Благодарю вас! Спасибо благодарю вам! Скоро вас. Мы узнаем, сколько спасибо. Вы бабок потеряли сегодня. Это из медиа-активности, да? Из медиа-активности. Мы ничего не потеряли. Конспекты не работают, да, все-таки? Вот, ну что, а мы переходим, получается, в финал. Здесь все быстро решили. Бас против Тудроц.
Гол. Здесь уже без разницы, каким мячом бить. Белым, красным, все голы за один балл. Забьешь, не забьешь. Ну, бас был хорош. Поставил пенку. Может быть, она решит. Давай нахуй вытащи, блядь. Сука. Очечка нужна, блядь. Насколько по 10-балле нервничаешь? Слон, блядь, а? Насколько по 10-балле нервничаешь? Ну, десяточку, конечно. Из-за того, что минус слон? Да, слон, в порядке. Бля, я не верю в батарею. Все, полторушка твоя на карте, отвечаю. Бля, буду. Просто если отобьет удар, 1500. Блядь. Спокойненько, обманул немножко вратаря, он точно ждал в дальнем. Давай, бро, давай. Ну это хорошо, и как же он пытался вытащить? Бьем дальше. Кто вам, Калик, Кира, с тренером по вратарям занимается? Как бы надо сказать, что руки надо, блядь, пожестче ставить, блядь, а то салфетки пиздец. Бля, ну что за финалище, а? Еще, блин, духи соса тут, я вообще с ума схожу. Да не, ну там, блин, липает. Липает просто банку за банку. Шанс у слона. Да. Сидит, ребятки, сидит, блядь, да. Ну, немножко отмазался. Отмазался за свою плохую игру в первом туре, поэтому забираю очко. Это очень важно сегодня. Ближе, ну, слон хорош. Здесь 3 из 3, все уверенно. Ну что, начало сезона у Дрот становится чуточку лучше. Слон забирает балл в турнирную таблицу. Как в первом сезоне, помните, да, Дротцы набирали начало челленджа? Вот тут тоже посмотрим. Может быть, все 3 заберут, а может быть, нет. Это мы узнаем в дальнейшем. Ну а сейчас наказание для команды Матч ТВ. Матч ТВ, наказание. Нажимай, да? Носом нажимай. Все, кроме нуля, это больше, чем наша медиа-активность за втором сезоне. 30 тысяч рублей решается Матч ТВ. Ну что там? Ну-ка, дай еще раз крутануть. Просто. А, и все. А, все, не дам. Вырежем. А, не дам еще раз крутануть. Ну что, Матч ТВ еще теряет 30-ку. Друзья, я надеюсь, что вам эти челленджи понравились. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал Медиалиги. С вами был Рома. Все команды. Всех люблю, всем спасибо, всем пока.